Так, для истории, что мы сегодня делаем? В общем, эту штуку я планировал с весны сделать. Вот эта вот опора 10 киловольт. К ней подведен кабель из города. Опора рано или поздно пойдет на демонтаж. Потому что тут вот коттеджный поселок, не смогут продать участки, пока не демонтируют линию. Поэтому эту опору они будут убирать. А у меня на эту опору приходила куча кабелей. Вот на подстанцию, там каналы связи, телемеханика, там еще какая-то защита была. Сейчас мы обрезали. Не то, что была, она есть. Потом туда на деревню уходила, плюс на поселок. Все было здесь. И вот мы поставили опоры, туда выводим. Сейчас все кабели смещаем. И у нас получается здесь будет стык грунта. Потом под дорогой мы здесь прокопались, уже вставочку сделали. Все уходит туда. И там в деревню линия раньше была по десятке уходила. Потом там елки выросли. Там летом, когда ветер идет, елки уже задевают 10 киловольт, уже искрят, дымятся. И мы кабель убрали, потому что нам его даже подорвали. Вот там вагончик разгружали ночью. Я говорю, слушайте, я говорю, еще чуть-чуть. Я говорю, и вы бы в десятку уперлись, убились бы нахрен. Вот мы решили вот эти опоры поставить и перетянуть линию. Там первая муфта в деревне, она вот там за поворотом находится. Ну и тут так получилось, что вот тут базуху МТС поставил. Я говорю, давайте в складчину. Я говорю, вон там опору ставлю, вы здесь. Ну и так сообща сделали. Они на мою опору залезли, я на их опору. Хотя у меня тут рядышком лежала опора, я думаю, ну, складчину будет интересней. Сейчас у нас деревня и поселок включены. Сейчас вот мы все подготовили, перевешали крестовину, запасы кабеля. Вот эта отрезанная подстанция сюда подвели. И сейчас мы будем готовиться будем переносу на другой кабель все уходящий. Сейчас я покажу, как у меня целое лето. Тут кусты были по грудь, не видно было. Тут опоры не было. И у меня вот так вот. Это сейчас еще работает. Вот он сейчас, мы уже пролеты эти сняли. И вот так у меня в кустах целое лето линия проработала. Вот тут все заросло. Ее даже не видно. Смотрите, как такая. Я думал, она не пролежит. А, я уже даже и забыл, думаю, что за поддон. Вот она. Под поддоном у меня муфта. Ну-ка. Точно. Вот он, китаец из инсталла. И потом вокруг вагончика. Там где-то еще одна муфта. Это мы быстро делали вставочку, прилетели, когда нам порвали. И вот туда к дому выходит все это дело. Сейчас мы здесь подготовимся. Разрежем. Ребята будут на тех двух муфтах. А я побегу вон туда, а там делать. Вот. Интересная работа. Ну, у нас получается косячок. Тут муфта уходит у нас в грунт. Там у меня стоял делитель 1:2. И на этом делителе было много абонентов. В той части деревни и в той. И получается, делитель мы из грунтовой муфты будем вырезать. Волокна будут вариться напрямую на узел, а на узле у нас нет модуля свободного. Вернее, порт есть, модуля нет. И утром человек уже поехал в Москву, созвонились с менеджером. Они нам очень-очень пошли навстречу. Так оказалось, что у человека в машине дома лежат модули резервные, свободные. И они нам их отдадут вот в субботу. Я думаю, что пока мы эти муфты сварим, уже человек привезет модуль свободный на узел. Зипа нет, потому что тут у нас медвежий край, тут ничего не держим. И тут зипа не было.
И как раз получается, все перекоммутируем и будем переселять абонентов. Так, ладно, пошел я забирать лестницу, пойду разматывать там все, что у меня есть. Принесли сегодня с собой генератор 6-киловаттный. Думали его вот здесь поставить и на удлинителе. Я туда размотаю переноску. Я туда. Ну, хотя вот утром было минус 11 уже. Снега пока еще нет. Но вот на солнышке очень тепло. Ребята говорят, что сварят так в палатке без обогревателей. Ну, посмотрим. Может быть, я тоже без обогревателя сварю. Пойду готовиться. Все. Всем пока.